страусы, защищающие от солнечных лучей своих детенышей. В африканском континенте солнечные лучи порой достигают смертельного предела, что подвергает животных опасности. Поэтому большинство животных с целью защиты от палящих солнечных лучей укрываются в затененных местах. Южноафриканский страус, не думая о себе, больше всего заботится о своих детенышах и яйцах, оберегая их от солнечных лучей. Постоянно расправляя свои большие крылья, ограждает их и оберегает своих детенышей и яйца от солнечных лучей. Обратим внимание на то, что животное жертвует собой ради выживания своих детенышей. Примеры самоотверженности у большинства других животных, так же как и у страусов, доказывают несостоятельность тезиса теории эволюции о том, что природа есть борьба за существование, где выживают более приспособленные. Все живое создает Аллах, который наделяет их подобными способностями.